Нина Николаевна – человек творческий. Свои чувства выражает в стихах, а еще пишет картины. Две из них представила на новой выставке «Весны. Чудесные мгновения». Уверена, в творчестве в первую очередь важны эмоции. Для вот этого пласта здесь, я считаю, надо чувствовать. Иду от глаз. Нравится, не нравится. Может, это смешно, может, это неграмотно, может, это неправильно. Но вот так. Как я чувствую. Участники выставки – члены народного коллектива художников «Этюд». Это и любители, и профессионалы. Их объединяет желание передавать через картины свое видение мира. Здесь представлены картины Серовой, вот он перед вами, представлены мои картины Шафикова Рената, Пшеничникова Ивана, Пшеничникова Александра, Куракина Алексея, Дарьи Верещагиной, Смирновой Светланы, Кулик Светланы. Организаторы поставили цель – показать весну во всей ее красе. Художникам это сделать удалось. Работы художников «Этюда» можно увидеть в выставочном зале Дома культуры «Солнечный» до 5 апреля. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».